Всем привет, вы нагнали Стивен Геймс, я продолжаю играть в игру Mortal Kombat X, и, блин, хочется так купить этот набор, набор Джейсона, но душ, как всегда, нет и нет. Ну ладно, обойдемся без него. Да, сейчас многие напишут, что нефиг было души тратить на Эрона Блэка, лучше потратил их на набор. Но мне Эрон Блэк был очень сильно важен, поэтому я его приобрел. Что ж, сегодня мы будем играть в башню. В башнях случайные битвы. Да, случайные битвы. Башню я уже прошел. Я сейчас на четвертом бою остановился. Но это не самое главное. Самое главное это то, что мы будем начинать не сначала, чтобы затронуть еще немного и следующую башню, если у нас будет оставаться время. Потому что сейчас временем очень-очень все плохо. Поэтому еще к тому же я... Как бы вам сказать, немного приболел, горло першит, и поэтому могу в любой момент закашлять так, что просто прерываются съемки. У меня уже один раз было такое, поэтому я вот остановился на четвертом бою и не продолжил. Сейчас вроде все поутихло, вроде все гораздо лучше, поэтому можем попробовать записать. А там будем уже смотреть, что получится дальше. А то многие пишут, где МКХ, давно не было и так далее. Ну, в общем, вы знаете и все так, потому что вы это и пишете. Что ж, давайте посмотрим тогда, начнем с четвертого боя. И перед тем, как начинать, я сделаю такой самопиар. Почему? Потому что многие мне часто вот задают вопросы, уже около 600, возможно, 700 вопросов накопилось ВКонтакте. ВКонтакте я не сижу не часто, а вопросы вы можете задавать... скорее в Инстаграме, потому что я там часто зависаю, люблю смотреть на фотографии природы, животных, людей, в общем, да. Хоть я и не фотограф, нет, у меня есть камера, но я особо не снимаю, но у меня есть свой Инстаграм, там я выкладываю иногда фотографии, по большей части выкладываю фотки своих рисунков, так как я бывший граффитист, у меня... накопилась целая туча материала, плюс я иногда все-таки вспоминаю прошлое, поэтому такие вот дела, там выкладываю фотографии. В скором времени, возможно, буду выкладывать что-то новенькое, более интересное, поэтому те, у кого есть Инстаграм, заходите, задавайте вопросы под любой фотографией, я в ближайшее время, там, в ближайшие 5-10 минут, возможно, на них отвечу, потому что я довольно часто там зависаю. А так, можем продолжать. Ссылка будет в описании. Возможно, я также своего ника скриншот наложу на сам ролик, поэтому найти меня сможете довольно легко и просто. Поэтому что ж, ребят, теперь мы можем начинать. Это чтобы не было вопросов насчет того, что я не отвечаю в личке ВКонтакте. Почему я этого не делаю? Потому что там очень много вопросов, пишется дофигище вопросов. Если я отвечаю одному человеку, он еще сверху задаст штук 10. И я с одним человеком могу проговорить таким образом минут 15, не меньше. А времени у меня максимум час на ответы на вопросы. И поэтому я просто забиваю на это все. Потому что нереально таким темпом, ну, я не знаю, хоть кому-то ответить. А в Инстаграме это довольно удобно, потому что там больше двух, по-моему, трех комментов на... фотографию оставить вроде как нельзя, насколько я понял. Поэтому никто больше двух-трех вопросов не задаст. В общем, что ж, погнали. Погнали, теперь мы будем смотреть, как Кенши сбивает призрака Ермака, потом Соню Блейд и потом Рептилию. Также я не сказал, почему выбрал эту команду. Это довольно просто, я думаю, уже многие догадались, почему здесь находится Соня Блейд, почему она вообще здесь, что это за персонаж такой, зачем его вообще добавили и так далее. Все предельно понятно, потому что. В общем, ее пассивка. Вы видели сами, что у нее нехилый такой щит, что очень-очень выручает иногда в разных ситуациях, потому что разные ситуации бывают. Поэтому, как бы, блин, этот щит, он реально крут. Хотя моего Кенши практически добили, но я в любом случае выстоял. Здесь, конечно, лучше Соню Блейд было выбрать. Ну, ладно, хорошо. Кого выбрал, того выбрал. Даже Эрон Блэк неплох. Неплох в данной ситуации. А ситуация критическая в этом плане. Вот так, отлично. Вызываем теперь Соню Блейд. Она дает пендаля призраку Ермаку и выносит. Блин, не выносит. Женщина, ну как так-то? Ну можно уже было, блин, хотя бы Ермака прикончить. Ладно, хорошо. Кенши добивает и выполняет всю работу. За кого, как вы думаете? За Соню Блейд, естественно. Что ж, вы победили. Ну, понятное дело, я победил.
Кстати, в предыдущей сборке мне, по-моему, не получилось победить, и то там все было из-за того, что я немножечко сам закосячил. Каким образом? Каким образом я закосячил? Ну, я могу косячить, потому что мне там и хрипота в горле, и режет иногда, просто реально как будто лезвием проводит. И поэтому приходится немного отвлекаться на этот счет. Я, по-моему, не заработаю полностью все монеты. Мне платят только 1936, хотя были должны в районе 2500 выплатить. Сволочи, зажали деньги. Ну ладно, что ж, продолжаем дальше. И здесь у нас кто? Здесь у нас вообще никого нормального. Выберу Скорпиона ради того, чтобы получить 50 единиц союза. Выберем Скорпиона, чтобы получить 50 единиц союза. Спасибо. Спасибо и за это. Что ж, круто. Просто круто. Отравление и кровотечение медленно истощают здоровье с течением времени. Ну, ясно, понятно. И так все было предельно понятно. Ну, окей, хорошо. Что ж, а давайте первым делом избавимся от отравы Диворы. А, кстати, я забыл объяснить, почему здесь Эрен Блэк. Что он вообще здесь забыл? Он забыл здесь то, что он один из самых прокачиваемых персов у меня сейчас в игрушке, потому что из золотых персов только он единственный. Один-единственный имеет третью элиту. Что уже, ну, не так уж и плохо, потому что у меня... Ух ты, 100% набил, круто. Что не так уж и плохо для персонажей такого ранга. Реально неплохо. У меня, по-моему, сейчас догоняет практически, я не сказал, что догоняет, но практически. Sonya Blade, по-моему. По-моему, Sonya Blade у меня есть второй элиты. Третьей элиты персов вообще, по-моему, нет. Так, ядовитая рептилия убежала. Убежал, точнее. И остается отрава Диора, которую мы сейчас прикончим одним единственным Кенши. И добиваем. Да, добиваем и побеждаем. Второй бой. И не все так уж и сложно, как кажется. Блин, я не знаю, может мы таким образом быстро, довольно быстро дойдем до босса. А вот с боссом, возможно, возникнут проблемы, потому что там Ассасин Китана, 200 тысяч здоровья, как мне объяснили, кто-то писал, по-моему, в комментариях. Я такой, жесть, это просто жесть. Ну, блин, что поделать, придется каким-то образом тащить. Пока это, мне кажется, невозможно сделать. Мне почему-то кажется, что вот на предпоследней башне, либо на предпредпоследней я все-таки застряну. Хотя и не хотелось бы. Но может такое произойти. Что ж, ну вот VIP Джонни Кейдж, это мой нелюбимый перц здесь, потому что он реально бешеный, как и Кейси Кейдж. Кейси Кейдж, если я не ошибаюсь, спецагент. Реально вот эти вот два перса, они просто бешеные. А, дочка, блин, называется с отцом. И поэтому сейчас мы проводим вот такой вот штришок. Давай исчезай уже, не хочу на тебя суперудар второго уровня использовать. А вот на Ассасин Китане можно, на Ассасин Китане можно. Тише, женщина, спокойно, блин, еще истощение силы. Я сразу думал жать, снижать. Надо было жать, одним словом, но... Это ж я поразмышлял и сглупил немного. Так, суперудар второго уровня, давай. Блин, 90%, почти 100 было. Почти. Главное здесь это почти 100 было. Так, ладно, хорошо, сейчас прикончим пчелиную матку Дивору. Давай, пчелиная матка, блин, еще жива. Матка ее. Ах, ладно, окей, хорошо, пчелиная матка Дивора. Лучше бы тебя звали как-нибудь по-другому. Кликуха вообще какая-то отстойная. Что ж, давай, женушка, мужу затащи вот так вот, отлично. Я в Россию переехал, козел, а ты в Америке остался, сволочь. Вот так вот. Так, ну ладно, давайте уже перейдем непосредственно к самому бою. Не будем уже тут дом 2 из игры устраивать. Ну ладно, окей, хорошо. Соня, по-моему, тебе не повезло. У Джонни Кейджа теперь другая. Ее зовут Ассасин Китана. Как он вообще мог применять, не знаю, красивую женщину на какую-то черепаху с ртом гориллы какой-то? Я не знаю, честно. Это как-то не особо круто звучит. Ну ладно, хорошо. Получай. Джонни Кейдж, и теперь суперудар первого уровня. Пошел он отсюда. Блин. Не получилось. Это мой суперударчик был, но он не особо вышел. Когда я говорю пошел отсюда, я знаю, я уверен, значит на 99,9%.
что мой персонаж должен затащить. Но здесь получилось все немножко по-другому. Но ничего страшного. Главное то, что сейчас мы вроде держимся. У вас новое достижение — Повелитель Царств. Ну, естественно, естественно, Повелитель Царств. А кто же еще? Кейнши, Соня Блейд и Эрон Блэк. Кейнши, Соня Блейд и Эрон Блэк против Золотой случайно 44 уровня, Золотой случайно 45 уровня и Золотой случайно, как вы думаете, какого уровня? Естественно, 45 уровня. Все пятого слияния. Так, выбираем шкуродера. Шкуродер, это значит, шкуру дерет, будет, блин, драть, наверное, очень жестко, поэтому проблем не будет. Хотя я особо не пользуюсь дружескими персонажами, но мне нравится их выбирать. Не знаю почему, это какая-то мания. Еще бы в Injustice добавили, я бы, наверное, тоже выбирал, но не пользовался ими. Я не знаю, с чем это связано, я просто они мне не нужны. Например, вот что может сделать Канон, там, когда у него уровень даже не 50-й. Он еле-еле на 50-м, конечно, выбивает при дружественных персах. А на каком-нибудь еще менее низком уровне это вообще жесть получится. Я уверен на 100%, и поэтому лучше на это не смотреть. Блин, Ассасин Титана в каждом бою достает. Ладно, хорошо. Бог крови Кателькан, вот здесь будет гораздо легче. Кстати, по-моему, в прошлый раз я на этой сборочке и слил из-за того, что у меня начало першить в горле. Я отвлекся немножко. Так, 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 давай, давай. 80%, отлично. Блин, осталось Бога крови Кателькан добить совсем чуть-чуть, но он исчез. Так, зря я здесь блок поставил. Нет, давайте-ка лучше Эрон Блэк, у него хоть защита есть, а то Кенши лишаться так быстро мне бы не хотелось. Пошла вон отсюда скорбная Китана. А, отлично, она и ушла. Вот видите, я же говорил, когда я уверен на 99,9%, что персонаж сольется, то он сливается. Он сливается. Так, дальше мы делаем суперудар первого уровня. Да, наносим минимум урона, но при этом прикончили перса, что немаловажно. Так, выбираем Соню Блейд, и Соня Блейд будет мстить за Джонни Кейджа Випа из прошлого боя. Блин, не особо, конечно, не особо отомстила, но ладно, хоть как-то. Хоть как-то. Так, выскакивает Кенши, наносим суперудар второго уровня, 80%, неплохо. Для начала неплохо. Так, что ж, ну и остается совсем чуть-чуть, давай, блин, совсем чуть-чуть, давай ты добей уже этого персонажа. Аллилуйя, мы это сделали не сразу, конечно, но получилось с какого-то раза это сделать. Это круто, это очень круто. Что ж. Двигаемся дальше. А дальше у нас какой? Девятый бой. Конечно же. Случайно 45, случайно 45, случайно 44, поэтому такие вот дела. Потанцуем, да-да-да. Милена, мы с тобой потанцуем сейчас. Каждая фракция имеет собственные списки лидеров. Ваша позиция в списке лидеров определяет вашу сезонную награду. Сезонную награду. Окей. Понятно, все понятно, все предельно ясно, остается только сделать одно, выиграть этот бой. Так, что ж, баланс Кенши против обычного Кенши. Кстати, уже вышел Кенши Ранин, закрытый доступ, точнее ранний доступ, а не закрытый доступ. Ранний доступ, который вы можете приобрести за 20 баксов на iOS. На Android пока еще нет такой штукенции. Но если появится в ближайшее время, то, возможно, запилю ролик по своему ломаному аккаунту, второму. И там мы уже посмотрим, что да как сделать. Каким образом протестировать его, потому что хотелось бы это сделать одним из первых. Так, отлично, Бокрови Кателькан практически сдался, но, блин, Кенши появился. Ох, не-не-не, все, убирается. Тут у меня еще плюс у каждого персонажа здоровье отнимается, а я про это совсем забыл. Я в прошлый раз про это забыл, реально забыл, вот просто вылетело с головы, и в этот раз забыл уже. Так, тихо-тихо, живой остался, ё-моё, отлично. Еще целый Кану со всеми жизнями, ё-моё. Нет, да что ж такое, остается один перс. Соня, давай. Блин. Нет, нет. Давай бей, бей, бей. Давай бей, 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 бей.
Ладно. Я хотел уже уходить. Подумал, что так будет лучше. А, ну это все из-за того, что я забыл. Забыл про то, что урон в течение битвы получаю. Ладно. Ладно, хорошо. Я просто хотел вниз пролистать. Я не хотел жать на этого персонажа. Ну ладно, хорошо игра, хорошо, как скажешь. Все против меня. Против меня, в этом бою все против меня, но... Давайте посмотрим. Только 15-я минута, поэтому у нас есть еще время на победу. Давай, 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 Кенши, сразу же лупасим. Без каких-либо, блин, тут, я не знаю, пендрежей. Так, первые удары пошли. Он до сих пор ставит блок, вторые удары. Кенши, Кенши, держись. Держись, ты самый сильный здесь, поэтому тебе и нужно держаться. Нет, нет. Так, отлично. Что, два грузыня, что ли, ё-моё? Так, отлично, сейчас добьем, сейчас добьем. Главное избавиться хотя бы от одного персонажа, там уже будет легче. Эти накопят суперудары второго уровня, а там уже будет гораздо легче, потому что сейчас Рена Блэка вызовем и так далее, и там, по сути, выиграли. Так, отлично. Главное накопить суперудар. Нет, так, отлично, живы, живы, все хорошо, Кенши, держись. Фу, остается VIP Джонни Кейдж. Самый тупейший персонаж на планете. Ну, самый сильный, самый серьезный. Я не знаю, он не самый сильный, но для меня он вызывает опасение какое-никакое. Так. Отлично. Победа. Быстро, без вопросов. А все почему? Потому что я не отвлекался на какие-то другие побочные разговоры. Все предельно понятно. Еще водички захотелось выпить от такого боя, блин, реально. Все очень сложно было. Плюс у меня горло першит, поэтому... Ребят, это, по-моему, будет последний бой. А дальше я пойду лечиться. Я эту серию решил заснять только потому, что... Только потому, что Mortal Kombat X давно не было, поэтому... Такие вот дела. А дальше я... Ну, вы поняли, да? Не-не-не-не-не, ребят, вы не о том подумали. Я не пойду, это... Ладно, окей, хорошо. О чем подумали, о том подумали. Отравление и кровотечение медленно истощают здоровье с течением времени. Молодец, Джакс Брикс, что ты об этом знаешь. Точнее, не Джакс Брикс. Джеки... В общем, ладно, неважно. Так. Ниндзюцу Скорпион. Сейчас я просто молча играю. Смотрим. Да блин, тут персонажи меняются. Я думал, там молча поиграть и так далее. Все, все, теперь будет целый бой возмущений. Почему меняются персонажи без моего ведома? Так, ну ладно, ладно. Пока что неплохо вроде все. Пошел вон призрак. Отлично. Ох, как хорошо-то. 80%. Все, остается одна Ассасин Китана. Отличненько. Все, прощай, Ассасинушка Китана. Ладно, хорошо. Нет, нет. А, точно, точно. Все ж нормально. У него ж эта броня была. Так, сейчас. Блин, да не дает никто накопить суперудара нормально. Коза, блин, и здесь истощение сделал. Да иди ты нафиг, блин. Что сейчас происходит? Я не понимаю, потому что я не успеваю вообще каким-либо образом за Ассасин Китайной. Вообще не успеваю. Так, еще раз. Да, блин, самый корявый удар. Ну, почти хотя бы жизни отняли. Так, Соня, давай. Молодец, почти, почти. Все, она твоя. Нет, нет, нет. Опять истощение, опять. Все, ребят. Прошли, прошли. Прошли мы этот бой. Было очень жестко, было очень жестко, потому что я еле сдерживаюсь, чтобы вот так вот не сделать. Потому что реально я сейчас кашлять буду жестко. Просто жестко.
И вам лучше этого не слышать, я скажу сразу. Так, что ж. Как вы видите, я прошел уже три башни в новой фракции. Мне остается еще четыре башни, и в принципе я дохожу до следующего босса. Ну, тут надо немножко подождать, конечно. Поэтому такие вот дела. В скором времени, возможно, открою паки за дружественные монеты, там посмотрим. В скором времени также выйдет война фракций. Ну и там уже до следующего испытания не так далеко, потому что до Джейсона осталось всего один день, 21 час. Поэтому что ж, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.